Приветствую сердечно всех любителей ретро-мототехники в нашем славном Петра-Дубравском месте. Сегодня наш рассказ об удивительном, и не побоюсь этого слова, самом крутом немецком предвоенном мотоцикле. Но здесь с нами поспорят любители, которые любят комментировать наши видео. Одни будут говорить «крутой такой», другие «такой мотоцикл». А я вам скажу, что крутой мотоцикл тот, в котором больше кубиков, ибо лишних кубиков ничего мотоциклу не заменит. Перед вами мотоцикл «Марс», который выпускался с 1920 по 1932 год одноименной баварской фирмой. Мы в своей коллекции имеем модель 1921 года. И какой это мотоцикл? Какой красивый белый! Представьте, Германия, 1920 год. Только окончилась Первая мировая война и... В Германии гиперинфляции, сплошная нищета. И вот эта компания приглашает известного инженера аж из фирмы Цепелин, который делал знаменитые дирижабли, спроектировать на то время самый крутой немецкий мотоцикл. Ну, так как у него не было навыка проектирования мотоциклов, то, в общем-то, у него получился вот этот агрегат, я бы сказал. Это настоящий НЛО для того времени. Немного таких технических новинок, да, то есть это мотоцикл с 1000-кубовым оппозитным двигателем. Вот видите, оппозитный двигатель расположен не как нам, мы привыкли, да, то есть поперек, а еще как бы вдоль хода движения, из-за этого задний цилиндр греется. Ну, на самом деле, вот помните, модель BMW 1923 года первая, да, то есть у нее уже оппозит вот так развернут, но он скопирован у BMW вот с такого двигателя, с которого в свою очередь скопирован вот этот двигатель. То есть немцы такие, они еще кооператоры. Вот этот двигатель конструировал знаменитый господин Майбах. Так что вот сейчас вы видите машину Майбах, да, вот конструктор делал вот такие вот двигатели. Было продумано все, вплоть до того, что маховик выполнял дополнительно функции вентилятора охлаждения. Да, пока еще и на этой модели не было электрооборудования. Здесь ацетиленовый фонарь с бачком для карбида, который нужно туда засыпать, заливать водой. Да, еще не было технологии протяжки алюминиевого листа, и вы видите, как вычеканен алюминий для этой коляски. Он стоил просто бешеных денег, говорят, как два дома тогда в Баварии. Ну, если, наверное, в современных ценах это 1400 евро. Ну, вот мы так посчитали. Но это того стоило.
космическая конструкция, огромный двигатель создавали непревзойденную динамику. А немцы, ведь это еще и лежебойки, это мастера комфорта. Поэтому они и делали мотоцикл для всей семьи. Папа, мама на заднем сидении, теща в роскошной коляске и... Тудух! Место для малыша! Самый крутой, оппозитный, расположенный по ходу движения двухцилиндровый двигатель чудовищного 1000-кубового объема. А каков производитель? Компания Maybach. Друзья, вам просто огромного двухколесного счастья. Приезжайте и разделим его вместе с вами. Пока!